Привет, мужики! Здорово! Взял ипотеку, не переживай! Есть простой способ! Посмотрим! Не, мам, проснулся! Видно, не судьба нам, сынок, ипотеку по страховке закрыть! Может, хватит меня уже хоронить, а? А может, хватит только о себе думать? А я что, много о себе думаю, что ли? Да я каждый день тебя слышу, хочу жить! Надоел! Люба, где моя куртка? Иди так. Ага, ты видел там какая погода? Дождь, я заболею. Видел. Люба, куртка моя где? Ну и чё тут? Каждый месяц платим за ипотеку 25 тысяч. Тебе самому деньги не жалко? Ну жалко, Люба, ну а чё делать-то? Ну есть же простой доступный способ. Я сказал, я не буду себя убивать, Люба. Почему я тебя должна постоянно уговаривать? Сын скоро в университет пойдет за учебу, знаешь, сколько платить? Я сказал нет! Да пошел ты! Сына, подай-ка отвертку! Сына, скорее! О, спасибо. Да живой я! Не дождетесь! Живой, мам! А ты слышала, Люба, это? Пенсионный возраст-то увеличили, Люба? А тебе-то что? В смысле, что? А? Вот представь себе, я хочу дожить до пенсии, Люба! Сука, что за человек, а? Сосед козлина! Опять машину припарковал вот так поперек, скотина, а? Так убей его! В смысле, убей, Люба? Ну, прыгни на него сверху с 9-го этажа с нашего балкона, да и все. Люба, не начинай, а! Что ты за человек? Ну, допустим, ну как вообще жить-то без меня будете, а? Да будем жить, не тужить. Угу. Ну, а сосуду, к примеру, ремня давать будет. Да у нас столько денег будет без ипотеки. Я куплю прибор, который будет ремня давать. Нет такого прибора. Да с такими деньжищами я его изобрету. Так-то да, с такими деньжищами можно изобрести. Видишь, любимый, ну все сходится, все будет хорошо, давай не откладывай. Люба, я просто рассуждаю. Правильно, моя мать говорит, что ты слабак и никогда на это не пойдешь. Маму еще приплела свою тещу тут. Че, как день прошел? Да ничего, Люба, ничего особенного, нормально все. Так и вся жизнь пройдет, ничего особенного. А можно хорошее дело сделать? Либо перестанешь, а? Это грех. Нема проснулся опять! Я надеюсь, все поняли, что это черный юмор. Не надо к этому относиться серьезно. А если видео понравилось, тогда ставь липантия! Подписывайся на наш канал, не забывай нажимать колокольчик и переходите в группу ВКонтакте. Ну все, мужики, пока!